подсыпает, там это и пуга себя ведет. И иногда там, ну, слишком много сахара, смесь, вот так вот делаешь. Ну, естественно, надо промочить как следует, особенно поскольку она тонкая, чтобы нужно дольше все-таки продержалась. Несколько раз мы почти ну вот я чуть-чуть вот эти восковые, но они съедятся. Это я, скорее всего, просто как карандашик использую. Потому что на арше они... Но я боюсь здесь вот сейчас размажу. Можно по центру пустить более плотную часть. Ну, снизу, естественно. У нас будет светлее. Чем светлее и ярче у нас краска, да, тем зрителям это воспринимается... Поэтому вдали мы сделаем и поплотнее тон, и несколько похолоднее мы сделаем. А здесь покой. Давайте пусть будет удар центральный будет здесь у нас. Так, немножко еще красивее. То можем сгладить, если потребуется. Вот если такой более мягкой, то там не было бы этих излишней мазочности. Чтобы жесткости не было, посмотрите, как там цветочка, да? То есть мы что сейчас делаем? Мы делаем такую композицию из цветовых пятен. Думаю, куда вот лучше. Сюда, 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 сюда. Ткань. Немножко ткань. Тут, конечно, вот следить за тем, чтобы вот насколько, чтобы воды в кисти не было. Иначе она сейчас жутко начнет выдавливать, когда уже начинает подсыхать. Слегка смягчить. О, большая, вот это у вас вообще сухая? Абсолютно. Угу. Абсолютно сухая. Просто иначе слишком перестараться, то все узнает ровно. Средней проклейки у меня. Это из чего вы получили этот цвет, из каких красок? Ну, то есть смысл был в том, что здесь есть и синий, то есть фиолетовая часть, она добавлена. И красный, холодный красный. И немножко добавляется желтого, чтобы химии не было. Ага, а синий какой? Синий. Ну, я люблю голубую. А, голубую. ФЦ. Ну, она просто по качеству хорошая краска. Ну, так иногда в клубе залезешь, что ли. Еще это целую. Кисточкой. Надо увеличить где-то контраст. Сейчас чуть-чуть мягче сделаем. Видите, в поддержку. Наверное, вот так сделаем. В теневой части здесь тогда это будет сидеть на месте. Просто надо выбрать себе систему плотности цвета. Вот мы договорились сами с собой, что вот это у нас самое темное. Все, мы его не делаем. Остальное все у нас идет расклад между ними. Дальше. Ну, допустим, вот здесь у нас будет более теплая зима. То есть будет, вот там будет более холодно. Целиком все. Единственное, сейчас, поскольку это быстро эскизно делаю, я не слежу, что я там пить. Закрыл. Так. И, конечно, вот этот плотный тон, он, естественно, он здесь тоже будет. Где-то так вот фрагмент. Не вырисовывать эти все штучки. А поскольку акварель, она на самом деле пограничная, она может быть
почти чистые графики. Вот, а может быть практически чистая живопись. То есть в одном случае она подчиняется одним законам, в другом случае другим. Мы можем допустить себе искажение в данном случае в цвете, если мы хотим решить таким способом. Или не делать это. Если мы делаем это. Потом это мы снимаем из хозяйства и просто слегка тонируем. Вот так. Он, конечно, добавит нам близко дополнительную к этому цвету. Так, и холодно еще. Простите, потом. Вот это потом снять, потому что очень будет белое, а потом вот это чуть-чуть отдельно слегка протонировать. Вот, в принципе, пока все. Потом я сниму просто за штуку вот эти вот штучки. Ну, такое, в общем, сочинительство. Можно было обратным ходом идти. Можно было дать такие цветовые пятна сюда и начинать фон. И они тогда поползли бы сюда, и было бы такое взаимодействие. В цветах я так, наверное, чтобы эти пятна расползлись в фон. Они сюда немножко зайдут, он сюда зайдет, и они начинают вот друг с другом дружить так вот по-своему. Вот, непредсказуемо, чтобы это не кисть задавала, оно как бы само это происходило, течение вот этих вещей. То есть жить общей жизнью начинает. Да.